Ну что ж, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня мы играем в криминалочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить маник при регистрации. Итак, друзья, сегодня у нас будет новая серичка, и посвящена она будет дому призрака, или дом призраков, и короче, вы поняли, да. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ну что ж, погнали. Итак, перед этим, я думаю, стоит купить все-таки оружие, потому что, ну, дом призраков, знаете, такое себе на самом деле, поэтому я думаю, стоит все-таки купить какое-то хотя бы оружие. Ну, битой, думаю, мы привидения не убьем. Этим тоже. Нужно что-то такое, знаете, дробовик хотя бы купить. Нет, дигла не буду. Вот дробаш я бы купил, кстати. Так, 50 патронов. Ну, давайте еще возьмем. Так, ну, снайперка нам не пригодится, поэтому все. В принципе, мы полностью закупились оружием и можем теперь направляться к этому дому привидений и так далее. В принципе, не знаю, как точно он называется, но сейчас посмотрим. Вообще, он еще его не убрали. Или убрали уже, либо он всегда там был, я просто без понятия на самом-то деле. Так, включаем мигалочку и едем. Что ж, вроде бы как здесь должен находиться этот дом. Напротив, получается, администрации в Южном. И вот здесь есть такой проходик. И да, заброшенный дом называется это место. Ну, давайте зайдем в него. Что-то мне даже немного очково. Хорошо, что я днем это все снимаю. Так, у нас были мерцания. И мы зашли в какой-то непонятный для меня дом. Я здесь еще не был, если честно. Я хуй знает вообще даже куда идти. Где это привидение даже искать. Я на самом деле даже не знаю. Так, ну давайте пройдемся, посмотрим. Смотрим, что здесь и как, в принципе. Блять, что-то я не знаю, что мне ожидать, поэтому куда идти вообще? Я серьезно не знаю, я здесь первый раз, пацаны, поэтому извиняюсь за то, что я туплю. Возможно, кто-то уже здесь побывал. Да, я думаю, многие здесь побывали, потому что я не первый ютубер, который записывает про это видео. В принципе, да, я думаю, вы понимаете, о чем я. И поэтому я, честно, не знаю, куда идти, потому что я не смотрел эти видосы. Я видел там название, но я не смотрел эти видосы, поэтому да. Так, ну давайте поднимемся сюда. Блять, я серьезно, вот мне что-то реально очко из-за того, что я не знаю, что мне ожидает, как бы, блядь. Ага, закрылась только что дверь, увидели? Блядь, чё так очково как-то, малюха? Нет, я туда заходить не хочу, на самом-то деле, поэтому мы пойдем немножко дальше и посмотрим, что у нас здесь. Блядь, реально, блин, родина реально радует такими местами интересными, серьезно. Как бы, кто не знает, я всю неделю обозревал интересные места, такие так, черный рынок, лотерея там и так далее, в принципе. Я вот такие места, баню посмотрел, и вот, под дверь открывается, закрывается. Блядь, а где именно привидение само? Сука, заебала эта дверь меня. Так, а где именно само привидение? Я серьезно не знаю, где оно может быть. Трупаки у нас здесь лежат. Так, здесь у нас двери закрыты все. Я не знаю, куда идти, честно. Я серьезно не знаю, куда идти. И это меня немножко напрягает. Я зашел в какую-то комнату, и здесь какое-то тело лежит. Что это такое? Вот? Ладно, я не знаю, что это такое, поэтому не буду вообще даже говорить об этом. Так, блин, я не знаю, на каком этаже. На первом или нет? Нет, не на первом. Ладно, спускаемся вниз. Я, блядь, где это привидение, ебаное? Я, честно, не знаю. Куда мне идти? Куда? Где оно находится? Я не знаю. Это уже первый этаж, да, получается? И куда нам идти? Я вот серьезно не знаю. А, ну это там, где мы и заходили. И что, нету этого привидения здесь? Серьезно? Где эти призраки? Я не знаю, блин. Либо я жестко туплю, либо я хрен знает. Может, они появляются в определенное время здесь. Либо еще что-то. Здесь закрыто. Здесь тоже закрыто. Но я не знаю, куда мне идти и где находится этот призрак. Но дом мы посмотрели, в принципе. Это уже хорошо. Может, как это потайная дверь есть. Либо еще что-то. Ну, потому что я не знаю. Подниматься наверх надо тише. Но здесь тоже я ничего не нашел. Может, здесь реально где-то потайная дверь есть, либо еще что-то, я хуй знает. Но здесь я был уже. Здесь не пройти. Это мы видели. Ну да, короче, пацаны, я не знаю, где искать это привидение, либо еще что-то. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите, где можно найти это привидение и как его можно найти вообще. Поэтому пишите в комментариях, возможно, повторим. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.